коллективный. Окей. Ну да. Ладно, шлёсик он вверх, кстати. А пары какие? Я предлагала Костя и Костя, и ты и Дима. А, я Дима. Давай, Дима. Вот, только подождите, подождите, надо вместе. Я уже думал стартовать. А, мы туда идем, да? Да. Окей. Ну что, готовы? Угу. Это я буду запаковывать, да? Запакуешь? Запакую. Я нашла свою бутылку вина. Это хорошо. Это, блин, радует. Ну чего? Ну реально, кто первый приедет, будет тут. Ну что, погнали? Угу. Раз, два, три, поехали. Блин, наверное, направо. Следующий номер Ян. Направо. Да-да-да, здесь направо. Вниз! Вверх сюда. Когда ты не очень знаешь маршрут, то это не похоже на... Давай.
Ну по левой трассе надо было идти? Не, наверное. Сюда? Да. По левой как налево. А? Это не... Это все догонят. Догонят на шоссе. А это же групповая гонка. Кто из нас первый приедет, не важно. Кто последний приедет, важно. Ну да. А что, поезд, ты думаешь? Сюда. Походу туда надо. Да. Смотри, ох. Красный. Пропускаю тебя. Проси. Наверное, без кнопок не включается.
были другие дороги. Дима. Дима. А, не, 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 это не Дима. Это не Дима. Давай спросим. Давай глянем на навигатор. Давай глянем. Мне кажется, она вниз и вправо. Я тоже так подозреваю. Хотя не. Нет? Мы прямо... Нужно ехать. Да? Да. Хорошо. Или же мы уже по дороге к Железному кресту. Блин, Макдональдс тут один. Да-да. Надо продолжить путь до Макдональдса. Все, разворачиваемся. Там уже конец села. По ориентированию двойка. Кол. Так. Ориентирование номер раз, еще раз. Мы дали жару. Дали джазу. Спуск просто unreal. Ага. Просто. Так. Вот мы на треке. Сейчас. Вижу. А, мы уже вне трека. Ха-ха. GPS, значит, поддупливает. Значит, нам... Туда. Назад. Туда, куда. Да. Это моя сторона. Спросим у местных Макдональдс и выйдем. А, да.
Я думаю, нам надо в Центровилле. Куда-то. Центровилле, это оно. Ну, он вроде на въезде в село. Thank you.
Оно? Оно. Где-то здесь, так пусть. Направо, по-моему. Наверное, туда. Вон он. Я все равно не выкупаю, где этот Макдональдс. Мы выехали с этого Сен-Жер де Мурьена. О, уже выехали. Уже выехали. Это назад? Назад. Капец. Блин, я так помню, тут Пежо-центр. Блин, и здоровенное здание. Их не видно. Сейчас. Давай на отметь. Пойдем спросим. О, смотри, где. Алло. Алло. Привет, Маша. А мне кажется, что мы проехали слишком много поворотов. Возле чего? Ага. Ну вот самая беда, что мы их не можем найти. Мы сейчас на въезде в Сан-Жуан-де-Мурьен. Тут Лаурен-Тиссу, какие-то автомойки, заправка ДИП, автосалон Peugeot. Да, да. Слева. А, я понял. Все, едем. Прямо, да? Правее огиба вот этого. Прям не. Правее. Желтая заправка огиб.
приехал по другой дороге. Он приехал чуть раньше. А я поехал... А сколько с километра получилось? Вот поехали по верхней трассе. По правой. Правильно. Ну, по треку правильно, но потом в городе... Ну, в городе мы ушли наверх, туда. Наверх, там то есть... вправо, влево. 25 километров. Прикольно. А Костя на спуске ехал за вами? За вами. За нами, да. А что сколько было? Потому что получалось, что когда я вас на трассе гоняла, то Костя между вами не было. Ну, вот между... Ну, он очень осторожно едет в спуске. То есть он за нами, за Димой.